Приветствую всех зрителей. В сегодняшнем ролике будет у нас обзор на DHS Hurricane King Ван Чуцинь. Русскоязычные пользователи интернета знают его как Ваня Щукин. В первую очередь, что нас подкупает доски фирмы DHS, а именно доски, да и хотя и бюджетные доски тоже, а топовые основания, тем более, подкупают в первую очередь вот такую вот упаковочку. Упаковочка на самом деле очень топовая, и такую упаковочку вы наверняка помните у основания DHS Long 5, DHS Hurricane Sun Yinsha и такая же у нас коробочка DHS Hurricane King Ван Чуцинь. Вот так вот выглядит само основание. Коробочку можно использовать как чехол. Так, дальше у нас на основании была вот такая вот информационная табличка. Видно, что вес основания 87 грамм, 1 плюс, плюс-минус 1 грамм, толщина, потом высота и размер ручки. В первую очередь, когда я открыл это основание, меня в первую очередь же смутило следующее, чем я делился в телеграм-канале, на который, я уверен, вы подписаны. Если не подписаны, ссылочка в описании, также вы можете отсканировать вот этот QR-код. Это меня в первую очередь сначала обрадовало, потом насторожило, но третий момент, а меня это все успокоило, что серийный номер расположен непосредственно прямо на лопасти. То есть вы наверняка помните, что все предыдущие у нас линейки, которые были DHS, серийные номера у нас располагались на ручке. То серийный номер этого на этом основании расположен именно на лопасти. После того, как я посмотрел большое количество в социальных сетях этого основания, потом я посмотрел обзоры иностранных пользователей на это основание, серийные номера там были именно сбоку. Я списался с продавцом этого основания, и он меня успокоил. Он сказал следующее, что новые партии, а также с этого момента серийные номера досок DHS будут нанесены именно на лопасти основания, а не на ручке. Так что, если вы покупаете данное основание и увидите, что серийный номер у вас на лопасти, ничего страшного, все новые доски сейчас будут именно нумероваться, которые будут производиться именно на лопасти. Итак, перейдем уже к самой доске. Доска, в первую очередь, нужно обратить внимание, что данное основание у нас в более низком весовом диапазоне. То есть наверняка вы помните, что линейка Hurricane Long 5 у нас была, у нас вес был большой, то есть основание меньше 90 грамм было найти сложно. То это основание, по запросу я попросил, чтобы оно было 89-90 грамм, то продавец сказал, что данная линейка у нас в более низком весовом диапазоне, и данное основание у нас будет 87-88 грамм. Как лежит в руке? В руке, скажу честно, вот берешь без накладок данное основание, во-первых, лежит очень удобно, ручка тоненькая, во-вторых, немного подержав еще чуть-чуть, начинается неудобно. Почему? Начинаешь обращать внимание, что вот эти вот места очень сильно выпуклые. То есть даже без накладок, а накладки у нас еще чуть-чуть добавят у нас объема, и хват во время, когда вы держите с накладками, немного другой. То есть во время с накладками еще неудобнее держится в руке. То есть кому может быть удобно, кому нет, но лично мне вот этот момент очень сильно смущает. То есть вот эти вот места очень сильно выпуклые. То есть этот сразу негативно будет сказываться на перехвате, то есть справа будете играть с одной, условно говоря, хваткой, слева чуть-чуть будете перехватывать, вам будет неудобно. То есть вот этот момент меня очень сильно смутил, и даже если бы я играл бы дальше этим основанием, то, наверное, скорее всего, спиливал бы вот это место, даже не стачивал, пришлось бы чуть-чуть его, но спиливать. Вес основания составляет ровно 88 грамм. Теперь проверим толщину данного основания. Толщина 5,85 толщина данного основания. Пятно отскока на данном основании относительно большое, несмотря на то, что у нас основание относительно мягкое, поскольку по герцовке частота выдает 1335-1357. То есть, в принципе,
стандартная, как так точно такая же, по-моему, была частота на лонге пятом, на V968, и нет, на V968 была 1315, то есть то основание было, внешние слои были еще мягче. По-моему, лонг пятый был у нас 1335, обычный коммерческий. Дальше у нас основание с такой же структурой Нитаки Хина Хаята было тоже примерно 1335-1357. И это основание у нас также выдает точно такую же герцовку. Нужно прекрасно понимать, что данное основание — это коммерческая версия, это не именно то, которым играет Ваня Щукин. Данное основание мы будем тестировать с накладками. Справа у меня будет Dignix 09C, слева будет Dignix 05. Потому что, во-первых, и с этими накладками я пробовал основание Sungin Sha. И чтобы сравнить, в чем разница этих двух оснований, по ощущениям, будет проще сделать так, что и такие же накладки наклеить на это основание. Ну и следующий момент, поведение тех накладок Dignix 09C и Dignix 05 мне очень сильно знакомо, поэтому, ставя на абсолютно любое основание, уже будет известно, в чем именно преимущества либо недостатки, и вообще смогу понять поведение самого основания. Наклеил накладочки. Этим основанием я провел, ну, наверное, тренировки 2-3. И сейчас уже готов с вами поделиться мнением. Так, насчет самой доски. Доска ощущается очень мягко. То есть вы наверняка помните DHS Hurricane Sungin Sha, где я обращал внимание, что доска мягкая. И многие в комментариях писали, что нужно пробовать только китайские накладки, потому что она себя начнет раскрывать только с китайскими накладками. Здесь насчет этого есть у меня свое мнение, что последние версии, которые новые новинки выходят у DHS, они начали делать специально коммерческие версии чуть мягче, чтобы больше расширить рынок сбыта, чтобы доски также подходили и под европейские накладки. И из-за этого вы наверняка обратили внимание, что у нас меньший весовой диапазон доски, то есть у нас уже не 90 плюс грамм, а уже 87 плюс-минус 1 грамм. То есть это уже считается как бы относительно такой средний вес. Следующий момент, что основание у нас довольно-таки мягкое получилось, чтобы тем же самым под больший спектр накладок подходило, что не только под накладки, которые китайские, которые нужно продавливать, и для этого у нас жесткая доска, каким был лонг 5. Лонг 5, вы наверняка помните, была очень жесткая доска, китайские накладки она все продавливала, и дуги у нас не хватало, ей приходилось прям махать. То на Sungin Sha уже такого не было. Sungin Sha, по каким-то ощущениям, я даже сравнил, она очень сильно похожа на Butterfly Freight HLC. Это же основание по ощущению, по набиванию тоже очень хороша. То есть информативность в ручку идет очень хорошая. Досточка у нас мягенькая и прям вибрация такая приятная идет в ручку. При этом скорости видим, что у нас много никакой нету. Так, сразу у нас из того, что мяч хорошо чувствуется в игре и при этом у нас... Ну, как видим, что на классических Innerforce'ах от Butterfly мяч у нас никуда не вылетает. Здесь... Мяч контролировать хорошо, но обращаю внимание, что ручка лично мне неудобна. То есть вот эти вот места, они прям очень сильно выпуклые, и ракетка, как влетая, у нас не сидит. Поэтому на короткой игре ракетка ведет себя очень хорошо. Так, на накате. На накате видим, что по скорости основание у нас не сильно быстрое. Та же самая на накате. Аполлония вела себя быстрее из последних обзоров. Аполлония вела себя быстрее, потом... Хина Хаята вела себя быстрее. На этом основании видим, что мячик даже на накате уже прям так очень долго сидит в ракетке, и дуга такая прям приличненькая летит. То есть я бы это основание отнес бы к классу где-то, ну, наверное, если учесть, что лонг 5 это у нас off плюс, то это где-то off-off минус. То есть примерно вот эта категория off-off минус примерно. При игре слева все-таки вот эта вот тонкая ручка, она помогает. То есть здесь вы держите его практически, как бы перехватываете, берете вообще в нестандартную хватку для игры, но при этом слева играть ей очень хорошо. Но с такой хваткой, которая сейчас играю слева, чтобы просто ручку удобно взять, справа играть будет очень неудобно. То есть вот такая вот будет кочерга. То есть примерно вот такая хватка будет. И, соответственно, при перехвате справа налево будут проблемы. То есть вот. Я думаю, вы видите. Но при этом слева вот удобно. Но в этой же хватке будет тяжело играть.
На счет топ-спина справа. Топ-спин справа, ну, думаю, вы наверняка заметили, что, несмотря на то, что дигник с 0.9 у нас жесткий, наклад, доска вроде бы как бы мягкая, но, тем не менее, доска за счет своей гибкости пробивает, и как бы, что накладка очень хорошо ведет себя. Чисто по характеристикам игры, даже на этом основании, честно скажу, что слева Дигник с 0.5 даже играет получше, и вообще даже справа, если играть. Да, и справа то же самое. То есть Дигник с 0.5 играет на этом основании интереснее, чем Дигник с 0.9. В Дигниксе 0.9 на этой доске не хватает скорости. А вот в Дигниксе 0.5 и скорость, и вращение неплохое. На 0.9 вращение больше. Больше? Да. И справа, и справа. Только игра у этого основания очень хорошая, мяч хорошо чувствуется, он никуда не выплевывается, вы как будто прямо его рукой сопровождаете на этом основании. Топ-спин справа, топ-спин слева. На топ-спине справа на Дигниксе 0.9 чуть-чуть не хватает скорости, но при этом дуга очень хорошим. Ответ отмечает следующее, что вращение на Дигниксе 0.9 на этом основании больше, чем на Дигниксе 0.5, потому что я переворачивал и так пробовал справа, и он отметил, что мяч от Дигниксе 0.9 летит чуть-чуть позлее, но при этом, по моему ощущению, летит не так быстро, как от Дигникса 0.5. Дигникс 0.5 здесь лежит очень хорошо на этой доске. Хватает и скорости относительно, опять же, Дигникса 0.9, и скорости, и контроля, и вращения. Что касается доски. Доска очень сильно держит долго мячик. То есть не знаю за счет чего, возможно за счет своей мягкости, первый момент, возможно также за счет подхлёста. Но если сравнить эту доску относительно Сун Йинша, мяч сидит на этом основании дольше, чем на Сун Йинша. При том, что на Сун Йинша я отмечал, что мяч сидит долго. То есть на этом основании при плоском пробитии, во-первых, ну если делать топс-удар, мяч прям засиживается и хочется прям дольше контактировать, вести до стороны соперника этот мяч. Вот на саму подачу, так же как и Хина Хаяты подавать очень удобно. То есть, во-первых, все-таки ручка не для каждого элемента очень удобно сидит в руке. Вот именно для подачи ручка сидит удобно. То есть вот так чуть перехватил за это место, и все, и она легко ходит. Можно разгонять. По качеству самой подачи. Почему-то, несмотря на то, что я хорошо чувствую мяч, и как бы прям чувствую момент зацепа, когда ускорить, но мяч очень сильно, скорее всего, за счет внутренней пружинки, очень сильно начинает вылетать туда. То есть второй отскок тяжело сделать, чтобы был на столе. То есть мяч летит с хорошим вращением, но у него очень много энергии, которая вот все-таки дает основание и выплевывает его вперед. То есть несмотря на то, что мяч хорошо крутится, тяжело сделать так, чтобы подать короткую этим основанием подачу. Но опять же, это по моему мнению, по моим ощущениям. Так, по первому ходу, скажу честно, что по восприятию, как летит мяч, по скорости не хватает. Это, во-первых, дуга неплохая, но здесь очень сильно негативный для меня момент, что ракетка очень сильно плавает в руке. То есть я с одной хваткой подал, очень сильно кардинально идет перехват в руку, и справа-слева мне прям очень тяжело за счет этого играть. То есть ручка мне максимально... Вот это неудобно. То есть на лонге пятом, учитывая, что там мне было неудобно, то есть там еще более-менее терпимо, то здесь она прям вообще вся начинает очень сильно гулять.
Так, на предмет первого хода я уже обратил внимание, что как бы начинать неплохо. Теперь, что касается топс-удара. Учитывая тот фактор, что у основания очень хорошая задержка и очень хорошая гибкость, на этом основании очень приятно делать топс-удар. Возможно, даже приятнее, чем накручивать. Накручивание относительно той же самой Аполлонии, где у нас топс-удар был очень хороший, накручивание на Аполлонии было слабенькое. То есть, когда вы начинали делать топ-спин через вращение, там вы не чувствовали мяч, и постоянно было ощущение, что вы его подобьете и сделаете плоским. На Хина Хаяти мяч хорошо крутился, но, тем не менее, не было какой-то управляемости. На этом основании скорость, то есть мяч чувствуется хорошо, вращение вы создаете, но при скорости вы даете немного. Поэтому сейчас делаем топс-удар и пробуем, как он на самом деле себя ведет. То есть топс-удар вот на этом основании за счет задержки прям фантастика. То есть, возможно, этот топс-удар не такой мощный, поскольку вы сейчас видите, что Матвей налегке реагирует. Конечно, мы не будем говорить, что он красавчик, реагирует на этот топс-удар. Мы скажем, что у нас ракеточка не та и скорости не хватает. Но, тем не менее, видим, что мяч у нас был относительно низкий. И, тем не менее, за счет вот этого пробития, за счет задержки, ракетка и доска позволяют протащить его туда. Ну-ну-ну-ну-ну. Не, она болтается. То есть мне первый ход хорошо, а второй раз она как будто подвыпадывает. Слева играть и начинать относительно неплохо. Но опять же, на слабом ударе, на легких движениях скорости не хватает. То есть в игре, думаю, будут вот эти все накрученные мячи, будет активный перехват и сразу уже будет захват позиции. После первого хода ручка чуть-чуть, ракетка вылетает, и второй ход тяжеловато делать, потому что, ну, опять же, тут либо нужно будет, лично, опять же, для меня, делать либо обмотку делать, чтобы она была толще, либо чуть подтачивать, либо менять счетчики. То есть ручка, вообще бы я не смог бы с такой играть, то есть она меня прям очень сильно гуляет во время руки. Поэтому два топ-спина сделать эта ракетка из-за этого тяжело, даже не потому, что там какие-то характеристики не те, а чисто вот из-за такого внешнего физического фактора. Блоки ставить этой ракеткой очень как бы так нормально. Нормально ставить, мяч хорошо чувствуется, и при этом никуда сильно вперед не вылетает. Не вылетает, вы как будто прям его, как будто захватываете ракеткой и вперед направляете, но бесконтрольно он никуда не вылетает, как, допустим, было на Аполлонии, как это было на Харимото ЛЦ, где вы чуть-чуть пассивно играете и все. Но при этом, то есть несмотря на то, что я попадаю, Гоша на это обращал внимание, когда я тренировался этой ракеткой. Матвей сейчас ходит, чуть-чуть ноет, что от меня очень слабо летит. На самом деле отскакивает куда-то вот сюда. То есть это не показатель, то, что вот куда она отскакивает, но я прям чувствую, что мяч очень медленно по такой, по высокой траектории вылетает на сторону соперников. Это справа, слева то же самое. То есть слева, слева, ей очень хорошо будет тренировать этой ракеткой, то есть потому что мяч хорошо чувствуется, взял в нужную хваточку. И стой, подставляй детям. То есть мяч быстро не летит, прям куда надо, быстренько так тык-тык-тык. Никуда он... Все успевают, все довольны, и я хорошо чувствую. Сейчас перейдем к банану. Забегать чуть-чуть вперед, можно даже не тестировать. И сразу сказать, что банан этим основанием будет делать очень хорошо. Почему? Потому что на коротком движении у нас мяч неплохо выплевывается. То есть дугу создать этим основанием хорошо. Первый момент. Второй момент слева, как уже сказал, все-таки... Если слева перехватить, вот в такую хватку держать ракетку удобно. И вот как-то так.
То есть на мяче очень легко сыграть. Можно даже не стараться и не вести по касательной, чтобы мяч закусился в резину. Можно больше плоско играть в мяч, и за счет задержки доски у нас уже она позволит. То есть вот, ну чуть-чуть перестарался, сильно прям сыграл в доску. Вот, чуть-чуть туда плотнее, и банан делать с этим основанием очень удобно попадать на сторону соперника. Насчет игры в дальней зоне топс на топс. Вы, думаю, сейчас даже, если я не забуду, вставлю подсказку, ссылочку на на обзор с Аполлонии. Посмотрите, как летело там со второй зоны и как летело от вот этого основания. То есть, мне кажется, что там либо 2, либо 3 икс. То есть, на Аполлонии летело намного веселее, чем от этого основания. Основанием этим хорошо было сейчас закидывать такие вот дуги. Раз. Хорошо контролировать было с дальней зоны. Два. То есть мяч прям туда засиживался, и я его туда посылал. Но что касается усиления и перехвата инициативы, этим основанием со средней и с дальней зоны будет не хватать скорости. Скорости и мощности. Но при этом траектории на этом основании вполне хватает. Насчет вращения. Думаю, что... И вообще, проанализировав игру, когда я играл насчет этим основанием, вращение у этого основания летит довольно-таки непростое. И первое время... Когда на замахе соперник начинает чуть-чуть отскакивать, и до него начинает мяч не долетать. То есть именно вот и за счет этого, что на соперника мяч не летит, но при этом крутится, он первое время кажется такой злой, и его тяжело подставить. Также за счет того, что у нас очень мало она дает попутной энергии, чтобы плюнула вверх. Часто, если сыграть тонко, получается, что мяч начинает валиться. То есть и соперник чуть-чуть начинает отходить от стола, мяч начинает после отскока от стола начинает терять высоту и начинает туда валиться. Думаю, с этим люди тоже сталкивались. Ну а сейчас я поделился своим мнением, передаю эту ракетку Матвею, он уже расскажет, как ему она по разным моментам. Все. Все. Не скручивайте. Ага. Все. Ваня Щукин, ДХС. Первое, что... На что обращаю внимание, это на ручку. Она здесь довольно-таки нестандартная. То есть она очень тонкая, тоньше даже, чем на фанбо. Хорошо, давай возьмем так. Что берем за стандарт? За стандарт может, берем? Может, все-таки у баттерфляя нестандартная, у ДХС стандартная? Ну, например, тот же лонг 5, он был потолще, поудобнее в руке сидело. Угу. Это прям гораздо тоньше, чем... То есть ты сейчас говоришь относительно какой доски? Лонга. Потому что это ДХС. То есть лонг у нас стандартная, это не стандартная. Да. То есть довольно-таки тонкая ручка. Основание Inner Force
Его всегда нужно продавливать, особенно у фирмы ДХС, потому что если не продавливать, если не делать широкие движения, то от нее не будет так сильно лететь, и мяч не будет пробиваться до карбона. Когда мяч доходит до карбона, им довольно-таки приятно играть, но при этом нужно сделать довольно-таки большие усилия. Дальше. На начале это просто сказочное основание, потому что как раз начало делается более широким движением, и из-за этого мяч летит прям очень хорошо по низкой дуге. На скрутках это основание тоже ведет себя хорошо, довольно-таки контрольное. Вот. Но при этом в розыгрыше, мне кажется, оно довольно-таки неудобным, как раз из-за ручки. Вот это вот перехватывание постоянное слева направо, справа налево, довольно-таки много времени занимает. Поэтому я бы этим основанием не стал играть. Из-за ручки, ну и из-за inner force, потому что нужно слишком широкие движения делать. Например, игрок, который будет просто тебя подставлять, тебя запоставляет. Ты не сможешь так качественно выполнять все топ-спины. Насчет перекручивания сейчас еще добавлю. Матвей сказал, что как бы хорошо играть. Обращу внимание, и вообще, то есть, какие мячи он попадал, какие не попадал. Мячи, которые он пытался сыграть тонко по верхушке, они все улетали очень далеко. То есть этим основанием он все мячи, которые прожимал через доску, они как бы четенько за счет задержки, он туда их прям вдавливал, они хорошо залетали. Все, что пытался сыграть тонко, все улетало там буквально до полметра, метр, все в аут. Полностью согласен. Сказать честно, китайцы на самом деле очень хитрые люди, поскольку выстроили систему такую, что у нас есть основания и также накладки коммерческого вида, у нас есть провинциальные, есть национальные, есть персональные доски. Данная линейка у нас, и что самое интересное, что внешне их практически никак не отличить. То есть накладки только, ой, точнее доски отличаются только, и также накладки только по игровым характеристикам. То есть какие-то жестче, какие-то нет. Данная доска у нас получилась, это коммерческая версия. То есть самый первый уровень, самая простая версия, которая, я так понимаю, они все-таки делали как раз-таки не для игроков высокого уровня, для таких начинающих, для более-менее продвинутых. Но тем не менее, которые хотят играть основанием, такие как его кумир Ваня Щукин. То есть данное основание, это, думаю, для таких вот именно и созданных игроков. То есть играть на высоком уровне данным основанием будет тяжело. Как раз таки по причинам того, что у нас оно получилось очень мягкое. То есть мяч ускорить очень тяжело, и в темповой игре вас будут перекатывать. Но тем не менее, основание получилось очень хорошее по ощущению мяча, очень хорошее по задержке, по траектории. То есть играть, управлять мячом этим основанием довольно-таки неплохо. А еще если учесть тот фактор, что, думаю, на это основание подойдут также и европейские нежесткие накладки, это вообще сказка относительно того же самого лонга пятого, на которое далеко не каждая накладка начинает подходить. Под это основание у нас, думаю, многие накладочки подойдут. Поэтому для игроков, опять же, если вы уже переросли продвинутый начальный уровень и хотите чуть усиливаться, китайцы предлагают следующее. То есть китайцы нам предлагают, что необходимо покупать версии, которые у нас уже чуть-чуть поинтереснее, это провинциальные версии. На провинциальных версиях, думаю, там уже дерево более качественное, более жесткое, и от тех досок уже летит поинтереснее, чем от коммерческих. Если вы начинаете перерастать провинциальный уровень, дальше китайцы предлагают национальный уровень. Но, тем не менее, нужно прекрасно понимать, что внешне все эти доски будут абсолютно одинаковы. Но если вы национальный уровень уже переросли, то, думаю, что вам, как игроку сборной Китая, уже у вас есть персональный контракт, и ДХС вам уже будет делать именное основание. Уверен, этот обзор был для вас полезен. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, не забывайте подписываться на социальные сети парней. Ссылочки я указал в описании. Пока!